Приветствуем тебя в первом выпуске видеодневников разработчиков игры «Алоды Онлайн». С тех пор, как были запущены первые сервера игры, прошло более 2,5 лет. Но несмотря на это, игра продолжает расти и развиваться, а главное — жить. Этот мир живой, в нем живые люди, они растут и развиваются вместе с ним. Их становится все больше. Неповторимая атмосфера, уникальная игровая вселенная и множество неординарных решений по части игрового процесса — все это покорило сердца миллионов фанатов не только в России, но и по всему миру. Сегодня мы побываем в самой что ни на есть колыбели игрового подразделения фирмы и узнаем, что и главное, как варится в недрах титана российского рынка онлайн-развлечений. Из какого же теста сделана лучшая российская MMORPG и как ее готовили, это и многое другое ты узнаешь из этого ролика. О рецептах местной девелоперской кухни нам расскажут сами шеф-повара, ведущие разработчики проекта. Разрабатывая «Алоды Онлайн», мы старались сделать игру, насыщенную настоящим русским духом. Получились два интересных самобытных направления, которые очень нравятся игрокам. Кани — это расцвет Руси. Кадаган — это лучшие времена Советского Союза. Мы не хотим останавливаться на достигнутом, несмотря на то, что «Алоды» уже очень давно разрабатываются, довольно давно выпущены. Мы продолжаем их развивать, улучшать. И не стесняемся, так сказать, править те вещи, которые нам кажутся не слишком удачными. Статистика — суровая вещь, по ней выяснилось, ну и не только по статистике, то есть сами игроки нам постоянно давали фидбэк, что ходоганка не нравится людям. Девочки вроде хорошие, красивые, но вот что-то игрокам в них не нравилось. Слишком они мужественные, слишком неженственные. Мы приняли решение, так сказать, пойти навстречу игрокам и переделать полностью эту расу. Основное, из-за чего мы переделали ходоганку, то, что она стала выглядеть очень брутально по сравнению с другими персонажами. Провели работу по поиску образа, то есть словесного описания, как это должно выглядеть. Фигуру сделали более женственной, сделали более тонкую талию, увеличили грудь и подняли ее на каблуки. Мы решили не трогать лицо, не менять его, потому что игрокам, которые уже создали ходоганку себе в старой вариации, им, возможно, нравится именно это лицо. Мы отсняли около 30 часов видео с различными актерами. Было отобрано то, что нам нужно, и на базе этого уже снимали на студии Motion Capture. Для разработки нового образа ходоганки мы пригласили российскую актрису Наталью Земцову. Поклонники сериала 80-е смогут узнать ее голос, который будет звучать из уст новой ходоганки. Сейчас полную силу идет разработка нашего следующего патча. Открою маленький секрет, это будет последний патч перед глобальным обновлением, которое было недавно анонсировано. В частности, мы переделаем Гоблинобол, сделаем его наконец-то полезным, интересным через систему матчмейкинга, через которую у нас сделаны все наши поля боя. Также мы завершим наши переделки крафтов, начало которым было положено алхимии. В 3.05 нас ожидает переделанный армаркрафт, новый, актуальный, с новыми рецептами, с новой механикой. Еще летом мы сделаем игрокам новое развлечение, сделаем новый летний ивент. Ну и, конечно же, самое интересное, игроков ждет в нашем новом аддоне, про который упоминал ранее. Естественно, там будет увеличен левел кап, естественно, там появятся новые территории, новый рейдовый инстанс с новыми наградами, новыми достижениями, новыми испытаниями. Одно из самых вкусных и масштабных наших нововведений — это переработка астрального противостояния. Наше внутреннее название — это Мегавар, Мегавойна. То есть это будет действительно масштабное событие, это будет действительно мощное. Глобальная война, где каждый сможет поучаствовать в борьбе за кусочек территории под солнцем. Пока не буду открывать всех секретов в следующих видеодневниках.